Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с фото-видеооборудованием, а более конкретно пришел свет, причем уже достаточно известной фирмы, которая присутствует на моем канале, а конкретно Pixel. В данном случае пришел свет, причем свет необычный. Здесь как холодный, так и теплый цвета, имеется в виду белый, так и есть функция RGB нескольких цветов. Все это пришло достаточно быстро, в течение месяца, в нынешних условиях. Пришло вот в таком виде, спасибо Почте России, она как всегда отличилась. Упаковка у нас помятая, но внутренности похоже целые. Помимо двойных серых пакетов, внутри находилась вот такая вот упаковка, причем достаточно потрепанная. Ну давайте смотреть, что находится внутри, что из себя представляет данный свет. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Для этого сначала рассмотрим упаковочку. Упаковка вот такая себя представляет. С обратной стороны здесь присутствует некоторое описание. Называется Pixel FL07, ну, RGB, LED, китовый набор, минимальный набор. Ну, во-первых, здесь есть возможности от 0 до 3600 градусов полный цвет RGB, градация в кельвинах температуры от 2500 до 9000 кельвинов, и также может быть интенсивность от 0 до 100%. Здесь 140 ламп, в которых присутствует помимо белого, теплого, а также RGB света. Вот такая вот упаковка. Вот в таком она состоянии. Здесь тоже он продемонстрирован, что из себя представляет цвет и варианты использования. Открываем упаковку. И здесь находится у нас стандартная тренога. Как стандартная, она такая пластиковая. Не очень хорошего качества, но есть, есть. Дальше есть типа у нас штатива трехсекционного и закрепляется в таком виде. Кстати, у меня был на канале такой же монопод штатив от FiuTech, и там количество секций чуть побольше, 5, но принцип тот же самый. Здесь у нас резьба 1/4 дюйма, здесь тоже 1/4, снизу тоже 1/4 дюйма, тоже весь пластик. Ну и таким образом у нас все это дело закручивается. У нас есть штативная голова, такая простая, в простом виде, благодаря которой можно закрепить ее на холодном башмаке, если вы используете какие-то риги. Ну а если у вас идут камеры для фотоспышек, то соответственно на горячем башмаке. Тоже резьба стандартная, 1/4 дюйма, внизу тоже есть резьба 1/4 дюйма. Можно также ее сюда закрепить, если вы хотите, чтобы у вас изменялся угол света, светильника. Ну и при помощи вот так вот вы можете поставить на свой угол, какой вам необходим, поставить этот светильник. Вот дальше тут что-то выпало. Уплотнительная резина на штативную голову. Она такая простенькая. Но я думаю, что выдержит этот светильник. Дальше есть кабель USB-A и USB Type-C. Но в этот раз не подкачали Pixel. Хотя они в последнее время делают такие варианты. Ну и длина этого кабеля, ну, около 80 сантиметров. Что достаточно для того, чтобы заряжать ваш светильник. Светильник и работает на аккумуляторе. Сейчас мы его посмотрим. Для этого внизу есть еще инструкция по эксплуатации. Как обычно, у нас стандартная инструкция на двух языках: английский и китайский. Каждый читает свой любимый язык. Кто английский, кто китайский, кто не умеет читать, берем смартфон, камеру наводим и благодаря Google переводчику переводим. Ну, либо здесь есть все возможные варианты картинок, как, что, зачем и почему. Так, давайте это все сложим и отложим. Ну и внутри поролоновой вставки находится у нас светильник. Вот такого вот он вида.
Здесь вот тоже есть холодный башмак. Если вдруг вам понадобится не один такой светильник, а несколько. Либо как вариант что-то другое закрепить на этот вот светильничек. Кстати, светильничек этот универсальный. Что в смысле универсальный? О том, что производят его на каком-то заводе, а дальше различные производители берут и вкладывают свои упаковки. Аналогичный светильник есть и у Ланзи, и у Андойра. Так что ничего сверхъестественного нет. Да, здесь вот есть резьба 1/4 дюйма. Здесь есть резьба 1/4 дюйма. То есть можно его поставить вертикально, можно поставить его горизонтально, как вам необходимо. Дальше здесь вот есть USB Type-C для того, чтобы заряжать данный светильник. Дальше изменение параметров. Процентное, наверное, соотношение, то есть от 0 до 100 и от 0 до 3600 градусов. Ну, здесь вот включение, и тут, скорее всего, менять параметры имеется в виду. Здесь есть заложены различные варианты, то есть от освещения зависит, какое вам нужно, холодное, теплое, ну, либо RGB, либо есть здесь еще 20 предустановок. И здесь вот есть вот дисплейчик. Давайте его включим, посмотрим. Ну вот, мы его включили. Сразу же здесь вот отобразилось, что у нас включена сцена, а именно как мигает полицейская машина. Причем освещение 50%. Я не знаю, видите, не видите его. Давайте чуть побольше сделаем. Вот видим изменения. Ну, давайте на 100 сделаем и везде на 100. Посмотрим, проверим. Таким вот способом у нас осуществляется. Есть тут еще скорая помощь. Дальше есть типа огонь. Вот тут красный не особо видно. Дальше мигание. И давайте дальше сейчас продолжим. Так, дальше здесь есть сцена, ну, огня. Телевизор работает. Свеча. Вечеринка. Дискотека, то бишь. Ну, там фатальный свет какой-то. Пульсация, там от минимального до максимального. Строп. Дальше RGB строп. Фотоспышка папарацци. Тут спасение. СОС, наверное. Дальше биение от максимального до минимального. Красная вспышка. Зеленая вспышка. Синяя вспышка. Ну, тут медленная вспышка. Ну и быстрая вспышка. Дальше вот у нас полный свет. Тут можно изменять. Мощность можно изменять. И можно изменять температуру. Сейчас тут горят и желтые светодиоды, и белые. Ну, то есть теплый и холодный свет. RGB. Проценты. То есть от красного до синего и до зеленого. Сейчас тут 210 градусов стоит. Ну и тут световой поток. Ну и опять переходим к сценам. Итак, я вам продемонстрировал RGB LED-светильник APXL, который позволяет работать как в холодном, теплом, белом свете, так и в RGB, то есть Red, Green, Blue. И здесь существует 20 преднастроек различных ситуаций, там полицейская машина, скорая машина, ну и так далее. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.